Жилищный комплекс «Дмитров-Сити» – это объект местного застройщика группы компании «Березовец». Комплекс располагается около спортивного стадиона «Авангард» и Дмитровской областной больницы. Эти дома строятся по проектному финансированию. В проекте кредитными деньгами участвует банк ВТБ. В ближайшие две недели заканчиваем монолитные работы. Одновременно ведем работы по устройству блока, сантехника, внутренние коммуникации, разработка площадки, внутриплощадочные сети. Все работы ведутся параллельно. Жилищный комплекс «Дмитров-Сити» занимает небольшую территорию, на которой достаточно быстро возводятся три монолитных девятиэтажных корпуса. В домах предусмотрены одна-, двух- и трехкомнатные квартиры и студии с различной планировкой и площадью от 29 до 78 квадратных метров. Всего в трех корпусах жилого комплекса 405 квартир. Процент готовности? По монолиту я бы, наверное, сказал, это 97, наверное. По кладке, ну, я думаю, процентов 30-35, наверное. То есть не так много и осталось? В принципе, нет. А сроки окончания? Ну, в паспорте строительства вы можете наблюдать второй квартал, но вообще как бы прикладываем все усилия, чтобы завершить к Новому году. Строит «Березовец» эти дома с опережением графика. На объекте работает около 120 человек со всех уголков России. Среди подрядчиков новостройки немало дмитровских компаний. Данный комплекс относится к жилым объектам комфорт-класса. Для детей и подростков по проекту на территории жилищного комплекса планируется игровая площадка.